красном поезде. Монорельс называется. Едем в парк, который называется Magic Kingdom. Все детки в нарядах. Сегодня вечеринка у Микки Мауса. Хэллоуин. Вот Алик. Сам уже как Микки Маус. Здесь нужно прикладывать карточку и прикладывать свой палец, отпечаток, для того, чтобы пройти дальше. Вот сейчас девушка прикладывает карточку. И вот так прикладывается палец. И после этого только тебя пропускают. Флаг опускают. Здесь такой кусочек парка, где все сидят на лужаечке, отдыхают, пьют водичку, лежат, не знаю, нафига. Пока что я ничего не понимаю, честно говоря. Может, детям здесь кайфово, но я что-то не могу пока насладиться. Вот пришли к какому-то замку. Не знаю, что за это замок. Замок Микки Мауса. Дисней. Да Дисней во всех мультиках его показывают. А, на заставке. А, все, это замок, который показывают на заставке, когда начинаются диснеевские мультики. Какие-то абсолютно офигевшие птицы бродят здесь. Ребят, сели на какой-то аттракцион, едем вроде как в джунглях, искусственно. Вот, с какой-то истерической ведущей, она что-то рассказывает. Ребят, ну мы прошли сейчас аттракцион, как бы вот в Диснейленде. И уже появилось, в принципе, общее, да, ощущение, общий вывод какой-то, который я могу сделать. Все дети мечтают попасть в Диснейленд, и я тоже мечтал сюда попасть. И вот я вырос, как бы, да, уже взрослый мальчик, и я смог сюда приехать и посмотреть. Но мне это уже не доставляет вообще никаких абсолютно эмоций. Я понимаю, что сюда нужно приезжать только с детьми. Вот, это развлечение абсолютно не для взрослых людей. Вот, и главная мысль, которую я хочу сказать, это... Реализуйте свои мечты вовремя.